Дорогие друзья, всем добрый вечер. С вами Григорий Мирошниченко, город Челябинск. Пока еще все город Челябинск. Еще месяц минимум я буду в городе Челябинске. С вами группа компании Skyway. И сегодня наш пятничный вебинар. Да, пожалуйста, Слава, поставьте по 10-бальной системе, как меня слышно и видно. Я сразу приветствую Людмилу Снягани, Сережу Шлырова, Уханова Сергея. Всех, кого вижу, кого знаю хорошо, Виолетту персонально, да, свое первое поколение, Юру Зубера, естественно, персонально, и так далее, и так далее. Разумову Ирину приветствую. Дорогие друзья, сегодня вебинар тоже будет у нас не такой длинный. Почему? Потому что в ближайшее время вы все узнаете о том, то, о чем пишет Алексей Суходоев, то, о чем пишет Сибиряков Сергей Анатольевич, о чем говорит Володя Маслов. Это действительно так, в ближайшую неделю. Следующую неделю, я думаю, что следующую все-таки неделю, максимум полторы недели, начало будущего месяца будут такие, знаете, новости. Я не буду там чего-то загоняться, говорится, говорить, но новости действительно нужно понимание, почему сейчас, буквально вот час тому назад я общался с Алексеем Суходоевым, он срочно прилетел, не буду говорить откуда, прилетел с Европы, он, кстати, не был в Словакии, на глобальнейшей конференции. Володя Маслов сейчас находится в Польше, со Словакии приехали не в Польшу, то есть Польша большая конференция после Словакии, Статров. И Алексей Суходоев вылетает, ну куда, я могу озвучить, он сказал, да, это не секрет, они вылетают в Таиланд, в Бангкок, то есть в Бангкоке будет глобальнейшая выставка, где он будет работать вместе с Кириллом Бадулиным, руководителем адресных проектов. И не просто так, вот такой график работы, что Алексей прилетел буквально вчера, а сегодня уже улетает дальше. Не просто так, Володя Маслов еще позавчера еще был в Татрах, сегодня, вернее, вчера уже вечером он был в Польше. И те новости, которые я сегодня озвучу, они не совсем еще уточненные до конца, но это новости очень важные, особенно для тех партнеров, которые имеют дисконт 1600, и не только, и для новичков тоже они важные, эти новости. Почему? Потому что вот этот шанс, он действительно, он... Редко такой шанс бывает с дисконтом 1600. Ребята, кто бы хотел получить пакет акций с дисконтом 1600? Просто поставьте мне плюсики, что угодно. С дисконт 1600. Это значит, за 1000 долларов вы можете приобрести 600 тысяч акций. За 1000 долларов 600 тысяч акций. Понимаете, да? Сейчас идет дискуссия. Мы вчера с Володей Масловым очень долго общались. Как бы мои пожелания как опытного сетевика, инфобизнесмена, скажем так, они были услышаны, и он, ну, я думаю, что предложения многие будут приняты. Почему? Потому что в преддверии того, что ожидается, как я еще повторю раз, ожидаются действительно очень крупные транши, и они так сразу обозначены не будут, хотим мы или нет, но этого не будет. Почему? Потому что это, скажем так, коммерческие, не то что тайна, но на самом деле это коммерческая тайна. И, дорогие друзья, у нас появился шанс, особенно у тех людей, которые владеют... Вот поставьте сейчас пятерочки, те, у кого есть дисконт 1500. Поставьте пятерочки, у кого есть дисконт или был дисконт 1500. Пятерочки, ставьте, пятерочки, у кого дисконт 1600, 1500, 550, 450, то есть вот такие дисконты. Это те партнеры, которые действительно в самый такой нужный момент, они сделали определенные действия. Благодарю всех, поздравляю вас с тем, что у вас, пока что только у вас. Сейчас мы кое-что обговорим. Я думаю, вы меня поддержите и там, в хорошем смысле слова как бы надавим на руководство. Почему? Потому что, ну почему одни должны иметь такой шанс, другие не должны иметь такой шанс. Так вот, пока что озвучено следующее. Сейчас программисты занимаются в кабинетах именно вот этой работой для того, чтобы дать шанс. Вот у меня есть дисконт 1600. У меня есть дисконт 600. Вот я руку поднял, да, у меня есть. Я имею шанс. Одному человеку. Анатолий, да.
Так вот, я имею шанс одному человеку позволить новому зарегистрироваться и получить дисконт 1600 только одному человеку и только один раз. Так как у меня есть такой дисконт внутри кабинета, будет такой функционал, он будет очень простой, там сделать подарок новому партнеру, который еще не зарегистрирован. Вот это будем уточнять, зарегистрирован или не зарегистрирован. То есть сделать подарок, чтобы он зашел с дисконтом 1600. А теперь потом мы, вот почему с Владимиром Масловым мы долго общались, что а почему только тем людям, которые с дисконтом 1600. У нас много партнеров, которые начали сотрудничать с компанией, не просто сотрудничать, а инвестировать в компанию, ребята, ну, довольно-таки давно, еще с 2014 года. И в то же время, они вот в этот период как-то выпали. Кто-то был в отпуске, кто-то что-то не услышал. Ну, разные бывают моменты, понимаете, разные моменты. И почему бы им не дать шанс? Не самим, заметьте, не самим, но кому-то из своих друзей, родственников, знакомых сделать такой подарок. Конечно, это только для тех людей, кто поймет, чем мы занимаемся. И вот сейчас я обращаюсь к ребятам, которые проживают у нас, наши партнеры из Прибалтики. Сегодня я не помню где, либо ВКонтакте, либо в Фейсбук, видел потрясающий ролик. Вы знаете, ролик просто, он пятиминутный ролик, но ролик просто вот мне мозги вынес. Честно, в хорошем смысле слова мозги вынес. Там не помню кто-то, кто из партнеров, но выставил такой ролик. Он, знаете как, ролик с такой прекрасной музыкой. Прекрасная музыка, музыкальное сопровождение такое идет, знаете, именно в тему. И там показано акции компании там General Motors 100 лет тому назад. И показан, вот сейчас я вам покажу, сейчас, ребята, одну секунду буквально. Сейчас я вам покажу. Вот очень похожие, вот такие же обязательства. Сейчас, одну секунду. Я не подготовился так сразу, но почему думаю, а почему бы не показать? Вот такой сертификат. Скажите, видно сертификат мой? Вот так, наверное, лучше будет. Вот так вот. Видно сертификат? Напишите, да. Да, видно, да? Сертификат. Так вот, сертификат, он очень похожий, они все похожие, а вот такой формы, сертификаты. General Motors, Walmart, дальше, Ford, корпорация Ford, это еще 100 лет тому назад, потом 50 лет тому назад, потом 30 лет тому назад, пошли IT-компании, это Apple, Google, Facebook, Twitter, Microsoft и так далее. Вот примерно вот такие же сертификаты. И вот в течение 5 минут, ребята, если кто-то видел этот ролик, пожалуйста, скиньте сейчас, чтобы все посмотрели. И в самом конце, буквально последние 30 секунд, Skyway. То есть акции Skyway. Вот они, акции Skyway. И то, что во что превратятся, в какие финансовые возможности акции Skyway дадут нам, вот ребята, это вот без всяких комментариев, там ни одного слова не сказано. Там просто показано. Просто показано. Вот, Павел, ну найди ты этот ролик, найди, скинь, я что-то не могу его найти. Ребята, скиньте, пожалуйста, кто может найти, скиньте, пока мы будем проводить короткую презентацию, скиньте эту информацию сюда, вот сюда. От меня 600, да. Родион, да, я понимаю. И сейчас мы это будем обсуждать. И почему? Потому что есть, естественно, вот с этим дисконтом 600, это будет действительно, вот этот подарок тоже приурочен к чему-то, к моменту, именно, может быть, к моменту того, что январь месяц, как всегда говорят, особенно сетевики и те люди, которые занимаются инфобизнесом, всегда, обычно январь месяц – это провальный месяц, то есть провальный в плане финансирования, чего-то еще. По своей структуре я смотрю, что он далеко не провальный, но вот этот дополнительный шанс, тем более, что до 31 числа, о чем я говорил с вами, вот я уточнял у Володи Масла, он говорит, это решение еще не принято, но это было озвучено, понимаете, это было озвучено, что
что до 31 числа, особенно те, у кого дисконт 1600, если не откроют новую рассрочку, то второго шанса открыть новую рассрочку уже у них не будет. То есть прежняя рассрочка у них будет... А, Леночка, это что скинула? Пожалуйста, напиши, что такое большая ссылка на Яндексе. Это как раз то, что я просил или нет? Просто напиши, Леночка, да или нет. Ребята, пока не копируйте. Не копируйте, пожалуйста, потому это может все что угодно. Леночка, напиши, что да или нет. Вот эта ссылка вот на именно на этот ролик. Ролик действительно сертификаты Моторс. Да, Леночка, да. Ребята, тогда, Лен, тогда, что такая длинная ссылка. Там была короткая ссылка вообще. Если кто-то найдет более короткую ссылку, пожалуйста, сбросьте. И потом после этого посмотрите, просто послушайте. Вот знаете, такой вот именно и музыка подобрана здорово. Когда вот Ольга, Юра Зубер, ты скинул, да, это? Так, сейчас, секунду, я даже для себя скопирую сейчас, честно сказать, скопирую и проверю. Сейчас, секунду буквально, скопирую и проверю. Ребята, одну секунду буквально, терпение. Одну секунду, сейчас я проверяю это хозяйство. Точно, этот ролик. Как в свое время выглядели сертификаты акций, которые потом превратились в доли компаний, я уже от себя добавлю, с невероятными возможностями, Вот точно этот, вот копируйте, остановитесь пока. Юра, спасибо, да. Ребята, остановитесь, пока ничего не делайте, скопируйте все. Просто вот здесь скопируйте и посмотрите. Море сертификатов, точно, Леночка, море сертификатов. И в самом конце вот действительно показан сертификат Skyway. Это для нас самих, знаете, такой хороший мотивационный ролик, который дает нам понимание, ребята, в чем мы участвуем. В чате скинули. А сейчас по чатам там тоже, ребята, по всем чатам, пожалуйста, разбросьте этот ролик. Вот молодец там парень из Прибалтики, не помню кто, я как бы лично с ним не знаком, по-моему, но он сделал такой классный ролик, простой, понятный, как говорится, за 2 минуты, за 2 с небольшим минуты. Вот он это все показал, ребята, что это может быть? Визуально смотреть, как мы понимаем, 70% информации мы принимаем или отвергаем через глаза. То есть через зрение, визуальное восприятие. Так вот это сделано классно, здорово, замечательно. Огромная благодарность этому человеку. Если он выйдет на связь, я ему премиально скину небольшую сумму, но премиальных обязательно скину за то, что он сделал такой великолепный ролик. Огромная ему благодарность. Да, и на канал возьмите себе обязательно. Так вот, дорогие друзья, я опять же вернусь к теме дисконта 1600. Те, у кого он есть, я сразу обозначу однозначно, вы имеете право нового человека зарегистрировано сделать ему подарок, вот этот дисконт 1600. Но уж я не буду вам говорить как коммерсантам, объяснять, что желательно, чтобы в первом поколении у вас был человек все-таки с максимальным дисконтом, а не так, что который войдет, и вы его будете уговаривать 10 дней, или там месяц, или уже 3 года вы его уговариваете, и наконец-то он соизволит там вложить, условно говоря, по $25 в месяц. Хотя это тоже хорошо, и это тоже здорово. Но как, извините, бизнесмены, дорогие друзья, пожалуйста, думайте, наверное, лучше, если к вам войдет человек с дисконтом 1600, который будет вкладывать по $500 в месяц, а может быть по $1000 в месяц. Вот. И это тоже важно. Захотите сделать подарок своей сестре, чисто подарок, ради Бога, а своему маме, папе, что-то еще, но тоже, пожалуйста, ради Бога, сделайте, вот такой шанс будет. Его еще нет официально в кабинете. Я сейчас говорю про Capital, фонд Capital, я повторяю, фонд Capital, но, скорее всего, этого, возможно, будет и у Андрея Федоровича Ховратова, и, возможно, в головной компании, не могу сказать, будет это или нет. Почему? Потому что головная компания, она как бы официально не привлекает инвестиции. Только фонды могут официально привлекать инвестиции. Сережа Каледин, персональный привет тебе, дорогой. Вот давно тебя не видел на вебинарах. И Сленов, Антон Владимирович приглашен в Кремль для презентации России Второй. О, еще новости. Сережа, скинь тоже ролик. Скинь ссылку на эту информацию. Скиньте, ребята, скидывайте ссылки. Сегодня делитесь ссылками.
Почему? Потому что то, что связано с финансами, оно сейчас будет такое, знаете, информация полузакрытая, чтобы не испортить что-то. А вот то, что Skyway действительно набирает невероятные обороты, это де-факто так есть. И что бы там ни случилось, вот глядя даже на этот ролик, у меня, знаете, сегодня такое воодушевленное состояние, что вот понимание, что мы делаем, что мы создаем. Мы создаем самый крупный бизнес за всю историю цивилизации. То, что сделал Цифинсон, Форд и Боинг. Вот то, что, я повторяю, вот это как, ну, как аксиома, то, что сказал Анатолий Эдуардович Виницкий на последнем своем обращении, вот это самое главное. Верите в это, не верите, но просто подумайте, мы создаем самую большую индустрию, самую большую, это не только просто дороги, но это еще и производство юникаров, юнибайков, юнибусов и так далее, и так далее. Это еще и путевая структура, это еще и инфраструктура, транснет, транскоммуникативная система, по которой пойдет оптиковолокно. Это интернет скоростной, по которой пойдет электричество в регионы, где еще и нет электричества, а может быть есть, но его не хватает. Все это пойдет по нашим транскоммуникационным системам. Вот, я, может быть, сегодня так это очень эмоционально, очень быстро говорю, но, дорогие друзья, вот эти эмоции хочется донести. Ну а по поводу после эмоций, я вам скажу, что это еще и бизнес, при котором можно зарабатывать очень даже неплохие, очень солидные деньги на агентских вознаграждениях. Агентские вознаграждения, просто запомните цифру первую, 15% от привлеченных инвестиций. Это уже здорово. В чем проблема, дорогие друзья? Давайте информацию, мы никого не обманываем. Мы даем честную информацию. Мы прошли налоговую проверку в Беларуси, тем более, что мы с вами находимся в Белоруссии. Белоруссия, сейчас Александр Григорьевич Лукашенко, это все айтишники даже начинают потихонечку думать о том, что они перевестили свои головные офисы в Минск, в Белоруссию. Почему? Да потому что там сделано все для того, чтобы люди могли заниматься самыми передовыми направлениями. Единственное, что исправно оплачиваете налоги. Так вот, в прошлом году, летом этого года, мы прошли налоговую проверку с самого начала действия компании, получили подтверждение, что не выявлено ни одного, ни единственного нарушения. Соответственно, на ближайшие 5 лет нас налоговая полиция освободила от проверок. Плюс к этому ежегодный аудиторский отчет. Ежегодный аудиторский отчет. Это говорит очень и очень о многом. Так что мы, партнеры Skyway, видели ежегодно, на что расходуются наши средства. Ой, можно я на секунду остановлюсь? Да. Да. Сереж, если есть ссылка на эту информацию, пожалуйста, скинь. Если нет ссылки, мы ждем информацию от тебя. То есть чата где-то, пожалуйста, скинь. Дорогие друзья, плюс к этому, что бы я хотел сегодня в качестве новостей объявить, завтра, я повторяю, завтра в 19:00 по московскому времени. Одну секунду, дорогие друзья, у меня звонок. Алло. Алло. Перезвонят. Так вот, дорогие друзья, завтра в субботу, я подчеркиваю, завтра в субботу в 19:00 по московскому времени будет бесплатный мастер-класс от Виктора Тарасова. Я ссылочку вам скину. Тоже скину вам ссылочку. Вот. Так, я уже другую ссылку скопировал. Это... Ссылка не та. Сейчас, дорогие друзья, одну секундочку. Это «Правда и вымысел о криптовалюте». Будет такой эксклюзивный бесплатный мастер-класс от Виктора Тарасова. Пожалуйста, приходите и слушайте, послушайте. Почему? Потому что это человек с консервативным мышлением. Что это за человек, чтобы еще сказал? Действительно, о нем можно очень много говорить, но... Человек, который является финансовым консультантом самых крупных банков, человек, который является торгующим трейдером, человек, который является ведущим преподавателем Московской товарной биржи. Есть желание? Приходите. Нет желания? Не приходите. Но ту информацию, которую вы получите завтра, скорее всего, вам даст не всем, может быть. Почему? Потому что уже очень многие партнеры очень хорошо осведомлены о том, что такое крипто направление, криптотехнологии,
токены, токенизация, что такое оцифровка, что такое технология блокчейн. Мы все знаем, но все-таки я думаю, что такого человека стоит послушать и услышать нечто такое, что, может быть, подтвердит ваши сомнения, а может быть, их развеет. Тем более, что информация меняется, но буквально чуть не каждый день. Новая информация не просто меняется, а рассматривается и в России, и в других странах, в Беларуси, в Европе, в Китае, в Японии, в Сингапуре. Информация постоянно меняется. Так вот, стоит быть на острие вот этого тренда, то есть понимать, что это такое. Тем более, что сейчас Алексей Суходоев с командой готовит вот все то, что связано с этими направлениями. И я говорю, как Леша Суходоев, ну мне просто, я не говорю, что мне его жалко, я ему завидую в хорошем смысле слова. Он живет в самолете. Только прилетел из Европы, через день улетает в Таиланд. После этого, скорее всего, будет, я больше уверен, перелетит к Виктору Игоревичу Бабурину. Сейчас Виктор Игоревич Бабурин, знаете, да, в новости, наверное, смотрели, уже находится, снова находится в Джакарте, в Индонезии. То есть Анатолий Эдуардович Иницкий буквально сразу после Нового года был в Арабских Эмиратах. Вот что происходит, понимаете? То есть на разрыв, просто на разрыв. Это первые замы, первые лица, руководители адресных проектов Кирилл Бадулин, Алексей Суходоев, Сибиряков Сергей Анатольевич. Собственно говоря, все правление группы компаний Capital, Андрей Федорович Ховратов. Я вам назову только имена, может, вы не знаете, кто в Capital или в головной компании сейчас. Это Арман, это Шантина Ольга, это те ребята, с которыми мы начинали в самом начале. Это те люди, которые... вот у меня регистрационный номер 210. Первый пакет акций я взял под номером 196. Алексей Суходоев, Леша Суходоев чуть раньше взял, потому что я у него в структуре практически во всех компаниях. И в головном фонде, и у Андрея Федоровича Ховратова, и в Capital. Так вот, дорогие друзья, вот эти новости сейчас отслеживайте, пожалуйста, везде. Где бы вы, в каком бы фонде ни находились, пожалуйста, следите за новостями. Новости действительно потрясающие. Еще раз повторю, завтра приходите на вебинар, бесплатный мастер-класс Виктора Тарасова. Поверьте мне, это стоит того. И завтра же будет объявлено кое-что по воскресенью. В воскресенье будет еще дополнительный вебинар. Я сегодня хотел пригласить, собственно говоря, на вебинар Володю Владимира Маслова. Это руководитель одного из направлений группы компаний Skyway, члена направления. Но они сейчас в это время заняты были. Мне очень хотелось и Энету Аджану пригласить, чтобы они вот эти новости осветили сегодня. Почему? Потому что месяц заканчивается, ребята. Месяц заканчивается. Шанс еще остается у многих людей сделать то, что надо успеть сделать. И если вы сегодня никому не дали эту информацию, вот просто-напросто, ребята, шанс этот уходит, уносится с сумасшедшей скоростью. Вы можете участвовать в разных проектах, вот разных. Вы можете быть, как сегодня мне Женя Иранцев, очень уважаю его, он OneCoin занимается, замечательно, чудесно. Кто-то занимается криптономисом, кто-то занимается какими-то другими компаниями. Но, ребята, хотите или нет, но Skyway финансировать вы просто обязаны. Почему? Потому что это глобальнейшая идея. Это то, ради чего стоит просто жить. Это то, что каждый, как Юра Зубер сказал, пример вот этот я привожу постоянно. Юра, тебе огромная благодарность. Каждый вложенный доллар спасет одну человеческую жизнь. Каждый вложенный доллар в нашу технологию спасает одну человеческую жизнь. На этом я сегодня завершаю нашу такую короткую презентацию. Еще раз напоминаю для тех, кто пришел позже. Дисконт 1600. До конца месяца, ребята, используйте шанс открыть, может быть, еще небольшую рассрочку. Дальше он может быть отменен. Но для вас будет шанс и в следующем месяце открыть для нового партнера возможность зайти с дисконтом 1600. Вы можете сделать, эти люди могут сделать подарок кому-то, но я все-таки хочу добиться, не то что добиться, там, я, скажем так, не имею права утверждать такого, но я все-таки пытаюсь донести мысль,
что дать каждому партнеру, любому партнеру, пригласить нового партнера, и вот этот новый партнер может взять пакет с дисконтом 1600. Если вы считаете, что это было бы здорово, поставьте, просто плюсики поставьте, я думаю, вы меня поняли. Поставьте просто плюсики. Я думаю, что все скажут плюс, И я постараюсь завтра, посвящу этому полдня, как минимум, для того, чтобы все-таки с Инетой поговорить, вплоть до того, что на Надежду Косареву выйти, генеральный директор группы компании Skyway, и все-таки этот вопрос как-то согласовать. Почему? Потому что вот это может быть последний шанс. А завтра, послезавтра будет первый транш перечислены, и, ну, в принципе, вопрос о продаже акций просто закрывается. Так вот этот шанс последний дать людям, такой, знаете, рывок. Такой супер рывок для того, чтобы, ну, шанс этот стать действительно обеспеченными людьми в ближайшие там 2-3, максимум 5 лет и решить все свои финансовые проблемы, не просто купить себе машину, что-то еще, но еще и грамотно управлять средствами. Всех благодарю. С вами был Григорий Мирошниченко, город Челябинск, группа компании Skyway. И до встречи на завтрашнем вебинаре. Да, ну, Верочка, может быть, это и глупость будет, а может, не глупость, Ну, давайте по-разному это будем к этому относиться. Еще раз я благодарю. Завтра, повторяю, в 19:00 по московскому времени, завтра, в субботу, будет эксклюзивный вебинар, мастер-класс Виктора Тарасова. Проходите регистрацию, ссылку я вам еще раз скину. Еще раз повторяю, ссылку скидываю, ребята, и до встречи.